где-то 6:30 вечера. Забрались на холмик. Смотрим на Сан-Карлос. Раньше было жарко, а сейчас темно. Новые хаты строят. У них очень много вот таких вот бетонных хат. Вон целая пачка. Там, если будет видно, стоят такие бачки с водой наверху. То они сначала туда закачивают, а потом пользуются. Не знаю, какой принцип. А можно там просто нагревается за день. Я еще ни разу в горячей воде тут не купался. Все время холодную только включаю. И достаточно. Что-то так нагревается. Вода в океане плюс 31 градус. Так что вот. Такой холмик интересный. Тут еще вон сколько домиков понастроили. Не, ну прикольно. Классно их вот так все красят в белый цвет. Ну какой-то, я не знаю, флуоресцентная краска или еще что-то. Чтобы она сильно солнце не притягивала. И здорово получается. Да, тут еще место им строить и строить. Вон там океан. Продолжаем подъем. Все, вершина холма. Не знаю, метров 50, наверное, высоту над океаном. Ну, прям океан. Не знаю, камера передаст мне. Ну, красиво. Ветерочек еще так приятно стало. Где-то плюс 28-29 тепла. Пустельничок. После заката. Залив Баха.